Бельчонок, злодей, ест морковку. Это третье место, где он сел с этой морковкой. Злодей какой. Сейчас к нему придут к нему сейчас. Еще один с морковкой. Куда, говорит, с морковкой податься-то, а? Некуда. Некуда. Это убежал, да. С морковкой. А этот злодей на дереве сидит. Солнце. Это модель, кстати. Это модель злобная. Бегает тут. Бегает орешки. А этот сидит. Ну да, добегался он. То есть у меня сейчас было два бельчонка с морковками. Могли сесть рядом и есть дружно. Нет, они... Этот кверх ногами ест морковку. Вот злодей какой. Ползает, я, говорит, ползаю с этой морковкой. Говорит. Туда же, по-моему, он идет. Иду, говорит, туда же, да. Опять на дерево залез. Вот злодей какой, а. Убежал. Не, я к тому, что он мог бы сесть бы с морковкой. Но он злодей сел. Кто ж так садится-то вообще? Сижу, говорит, ем морковку. Только никому это не видно. Злодеи. Это меня бельчата друг друга пугают здесь. Голубь еще злодейский. Мне, кстати, сломали кормушку эту. Какой-то умник. Какой-то умник сломал мне здесь стекло. Я уже говорил это, наверное, уже видели, но я никак не могу остановиться. Сломали стекло вот так. Стекло 500 рублей стоит, если заменить его. Я смотрел. И то это надо выпиливать будет потом по размеру. Сейчас голубь сюда сел. Голубь сел сюда, и он отсюда доставал орехи. То есть, если стекло вот так вот сломано, то голубь будет доставать орехи вот до сих пор. Это иными словами, нет смысла в кормушку вообще насыпать. Кто-то сломал кормушку и думает, орехи, кто-то, я буду насыпать такую кормушку, сломанные орехи. Я говорю, голубь будет доставать вот до сих пор орехи эти. Он уж постарается, потому что в других местах голуби залазят. Есть места, где крышки более легкие, и голубь просто поднимает. Почему крышка тяжелая, более тонкая, если в два раза сделать тоньше, голубь поднимает головой и залазит туда. Есть прецеденты, поэтому крышку облегчать никак нельзя. Голубь все, то есть он поднимает крышку и садится на стекло, голубь, и съедает все, что там есть. То есть все орехи вообще съедает. Садится, поднимает крышку, садится на стекло и съедает все, что там есть. То есть в такой кормушке смысла нету. С облегченной крышкой, а со сломанным стеклом тем более нету. Я, кстати, не понял, почему его сломали, стекло это. Потому что я видео выложил, где бельчонок застрял. Сейчас прибегал этот бельчонок. Он вот он, кстати. Здоровый, как лось этот бельчонок. А где, говорит, мои орешки, говорит? Бельчонок за 3 или 4 дня он вырос. Они очень быстро растут, бельчата, и очень быстро набираются опыта. Вот этот бельчонок никогда не застрянет в кормушке в этой. То есть он в прошлый раз застрял, сегодня он ни за что не застрянет. Я поэтому видео выложил. У меня было сомнение, выкладывать видео или нет, потому что полно адекватов, неадекватов, которые придут и станут ломать кормушки. У меня, кстати, на этом месте раньше висела пластиковая кормушка. Да, солнце? И эту пластиковую кормушку постоянно ломали и срывали. Я решил повесить сюда деревянную. Теперь и деревянную постоянно ломают. Вот этот злодей вот этот, никогда в кормушке больше не застрянет, народ. Если кто смотрит, те, кто ломают кормушки эти, чтобы спасти бельчат. Бельчонок вырос, набрался опыта, он больше никогда ни в какой кормушке не застрянет. Да, я чуть-чуть отвлекся здесь. И голуби подъели все орешки. А я там много наложил. Ну ладно. Ну все. Про бельчат сказал, про кормушки сказал. Бельчонка показал. Ну все.
с морковкой. Все.